И опять берем закрытое, открываем. Ой, это я. Это дочка моя. Привет. Лайки дочке. Инопланетяне на предыдущем видео были. Там смотрите. Там мы как раз этих купили ракушек. Вкусно, конечно, вкусно. Но кто миди любит, тот как бы... Фу, воняет как. Да. Вкус похож, я говорю, что-то среднее между крабом и мидиями. А что ты лицо своё не показываешь? Не влажу. Не влажу. Стоят 150 бат. Килограмм. То есть вот это вот такая вот штука. Взвешивается она вместе, конечно, с скорлупой. 150 бат. Такие вот ракушки. 150 бат. На наш курс умножаем на 2. Получается 300 рублей. 300 рублей килограмм. Ракушек. Здесь реально много. Я не знаю, за один раз, наверное, не съешь. Хотя вкусные собаки.